Инициативы Нурсултана Назарбаева, озвученные с трибуны Организации Объединенных Наций, продолжают обсуждать аналитики и эксперты Китая. Бывший посол КНР в Казахстане Яо Пэйшэн назвал это выступление важным и содержательным. По его словам, предложения Назарбаева привлекли внимание всей мировой общественности и достойны более глубокого изучения. Изучение, ведь казахстанский лидер озвучил решение самых наболевших мировых проблем. Мне кажется, что президент Казахстана знает, как выйти из нынешнего трудного положения в мире. Необходимо просто преобразовать существующий механизм. Считаю, что международное сообщество должно обратить пристальное внимание на 5 ключевых инициатив Назарбаева. В них отражено стойкое желание разрубить Гордиев узел, создать новый горизонт, продвигать глобальный мирный процесс. Повторюсь, что это очень важное выступление, требующее глубокого изучения.